отсылали. Но вот здесь он выполняет особую роль левого атакующего полузащитника. И понятно, что сдерживающий фактор, безусловно. Валенсия проиграла Бетису в финал Кубка Испании. Бетис располагается выше. И, судя по всему, даже если Вильярреал не поднимется на шестое место, то ему достанется против Валенсии. Айса Мансия, Ману Трикера, Ювентуса и против Баварии. Тут ничего нового. Но зато каков результат Аталанты. Но это не помешало Вильярреалу оставить Аталанту позади. Но Джордан Пикфорд, вратарь Эвертона, побивал мяч в одну точку. Туда бежал Энтони Гордон и его партнеры. Все это приводило к тому, что контратакующие акции казали все совершенно иначе. И обратите внимание, как обороняется Вильярреал. Очень плотно именно в центральной зоне. Почти вся команда сваливается. И вот ливерпульский поток. Снова Тиаго. И вот она фирменная длинная прямо в ноги. Ух ты, как хорош. Сам он, Арно Данжума, выступавший в прошлом сезоне за Борнмут в чемпионшипе, за приставший в этой лиге чемпион. В прошлом сезоне в Борнмуте полтора десятка мячей, сейчас у Данжумы на гол больше. Что Ливерпуль будет держать игроков прямо на линии поля боковой, чтобы растягивать оборону. Свалил Тиаго. Ничего не сделаешь. Тиаго вертит головой. Кому бы отдать свою фирменную длинную передачу? Курочка по зернышку. Забегает Робертсон мимо. Сам Тиаго решает пробить его в металлическую часть ворот. Все ближе к створу. Все ближе и ближе. Штангу попал выше, бегать голометом. Попадание в штангу. Почти что на финише первого тайма. Ничья 0-0. И этот счет точно не устраивает Ливерпуль, потому что гол и догонит этих снайперов, признанных в историческом смысле, и может их перегнать и стать лучшим. Как он оказался прав. Хотя, конечно, Унай Эмери очень крут в плей-офф Еврокубков. 84% не собирается прессинговать Вильярреал. Игра это не без риска, да? Я прямо Эмери сейчас путал с Микелем Артетой. Обычно он тоже так. Еще один супер пас Тиаго. Все равно. Разминается Ориги или нет? Ну, очень тепло о нем постоянно отзывается Юрген Клопп. Очень его любит, потому что